хорош, без сомнения. Главное, чтобы не было таких эксцессов, которые у нас произошел сегодня ночью, когда мы закопались, просто пытаясь помочь людям, которые ехали к нам и сами зарылись в мокрой почве. Ну, пришлось ночевать. Сергею пришлось ночевать в машине, там, где машину засадили. Мы всю ночь, естественно, нервничали, прислушивались к каждому звуку, не едет ли трактор. Но трактор появился неожиданно сам по себе поутру, и ребята просто молодцы, они нам помогли сделать все. Они нас вытащили. Вот такие мировые мужики. Блять, мы взялись помогать одним, блять, сели сами. Мады не помогли, блять, еще в хамне. Это УАЗик, которому мы собрались помогать, блядь, и сами гомно засели. Вообще, говорю, в этой горе там. Вот так вот. Про Казахстан целиком снимаем. А, целиком? Да. А вы сами откуда? Из Актау. Из Актау, да? Ты одну машину? Ну, сейчас в этом же, да. В тот раз это в прошлый раз. Да, побольше. Все, Сурен, давай, затягивай ботиночки, давай помогать. Вот эту машину тоже только что выдернули, но она легкая, наш тяжелее, наш сидит прочнее. Машина настолько плотно села, что а что делаешь, для бревна, Сереж? Даже матерейны. В любое время. В любое место. Вот тебе и время, вот тебе и место. Подождать.
Влад с сигарой. Пусть отбой дает. Да. Жрачку высовывай, Серый. Да, похоже, нет. Вот еще раз так сделай, я буду себя мочить. Смотри там, осел бежит. Осел бежит. Дядька, дядька на осле. Нету там дядьки, осел просто бежит. Дядька, на нем только что дядька ехал, прикинь. Пал, блядь. Не, реально, осел-то без дядьки бежит. Офигеть! И, наверное, домой поедем. Дядьку зимой. За всех богов, которые управляют нашим миром. Ой, обалденная слышка.